золотистая. Дыня – это замечательное лакомство, которое обладает не только отменными вкусовыми качествами, но и имеет целый набор витаминов, которых так не хватает нашему организму. Одним из предпочитаемых сортов дынь, которые можно вырастить у себя на огороде, является наша любимица – дыня золотистая. Это не случайно. Этот замечательный сорт отличается высочайшей урожайностью, обладает высоким иммунитетом ко всем известным заболеваниям, быстро созревает и отлично переносит транспортировку. Кроме того, этот сорт имеет красивый яркий желто-оранжевый цвет, а белая упругая мякоть ароматная, сочная и невероятно вкусная. Сладкая, как мед, так говорят и взрослые, и дети. Созревает дыня в течение 2,5-3 месяцев. Это очень теплолюбивый сорт, очень любит нежиться на солнце, при этом нуждается в своевременном поливе, регулярной прополке и подкормке органическими веществами.